первом потоке занимаются 50 человек. У многих за плечами уже есть опыт волонтерской работы. Занятия будут проходить на базе Сочинского государственного университета при содействии молодежного центра «21 век». Занятия будут как теоретическими, так и практическими. Специалисты расскажут о том, как правильно проводить различные акции, как привлекать финансирование из различных источников, как взаимодействовать с органами местного самоуправления в решении социально значимых проблем. Первый выпуск намечен на декабрь текущего года.